Насколько эта красивая вещица, друзья мои, серьги, носит название гипнотик, а цена, ну, просто неимоверная, 1190 рублей. Я призываю вас обратить внимание на то, что первая стоимость была 1490 рублей, но она перечеркнута. Почему? Да потому что такая цена сегодня, только сейчас, никогда больше она не повторится. Более того, это особенный лот. Посмотрите, какие цветы, какие они яркие. Это все лазерные насечки. Кстати, вы ждали нас в эфире, а мы подготовили для вас такое чудо. Посмотрите, можно варьировать эти серьги. Можно, допустим, носить их вот таким образом, а можно носить вот таким способом. Все зависит от вашего вкуса, от вашего желания. Посмотрите, все это острота блеска. Название этих серег «Гипнотик», они действительно завораживают. Друзья мои, ну что же хочется еще сказать? Здесь самое главное. Присутствует лазерный рисунок, лазерный орнамент. Более того, у нас с вами прекрасно сочетаются два благороднейших металла. Посмотрите, это серебро и золото, а именно золотое покрытие. 14-каратное у нас позолота, друзья мои. 925-я проба – это все, конечно же, серебро. И мы называем такие серьги. Серьги, кстати говоря, без каменочка, вот такой существует у нас. Такая вариация, потому что здесь нет ни одного камня. Посмотрите, здесь весь блеск достигается только благодаря лазерным насечкам, только благодаря им. Ну что же, звоночек у нас, проси, совершенно бесплатный. Ожидание на линии тоже бесплатное, никаких рисков. Ну что же, давайте более подробно рассмотрим наше чудо, нашу красоту. Посмотрите, наша модель Елена уже примерила эти серьги. Действительно, они завораживают, привлекают к себе, они манят, как магниты. И Елена уже посчитала, что экономия 300 рублей, ровно 300 рублей. Вот это скидки сегодня, друзья мои. И я напоминаю, что весь ассортимент мы вам предлагаем только сегодня и только сейчас. Больше он не вернется в студию, потом по той простой причине, что его просто не будет, вы просто разберете. А что еще напоминают вам эти серьги? Ну, конечно, роза. Посмотрите, какая роза Каира здесь представлена. Очень красиво. Очень интересные линии, которые перетекают друг в дружку. Как будто бы по спирали закручиваются. Вот он, эффект гипнотика. То есть это означает, что я уверена, что отправившись на свидание, вы будете завораживать мужчину своего возлюбленного. Друзья мои, но это очень ярко. Куда бы вы ни отправились, вы это прекрасно понимаете, на любое мероприятие, день рождения, юбилей, да куда угодно. Ну и лазерные насечки, вы понимаете, что они создают невероятный блеск. И когда-то цветок стал первым украшением женщины. И сейчас вы можете украсить себя такими серьгами. Я предлагаю это обязательно сделать, потому что это все натуральные металлы, посмотрите, благородные металлы. Вот я держу специально для вас паспорт изделия. Все украшения придут опломбированы, с паспортами. Все имеется, все в наличии. Посмотрите, 925-я проба. Серьги, вот вам, пожалуйста. Чтобы подтвердились мои слова, чтобы никто больше не сомневался, посмотрите, пожалуйста, у нас почти 3 грамма. 3 грамма чистейшего серебра, да еще и золота, потому что наше украшение искупано в натуральном золоте. 585-й пробы. Ну что же, блестящий эффект. Действительно, в этом есть и блеск, и очарование. Я уже вижу, что у нас множество звоночков сейчас на линии. Вижу, что вам понравились эти серьги, конечно же. Потому что цена только сегодня и только сейчас 1190 рублей. Но это ли не счастье? Скажите мне, пожалуйста, это ли не волшебство, серьги-гипнотик? Они действительно завораживают, как будто бы магнитик, вы знаете, притягивает к себе. Я думаю, точно так же взгляды людей, окружающих, мужчин, неважно, ваших друзей, они тоже будут притягиваться. Это просто как будто бы на автомобиле. Ну и самое главное, это символ красоты и совершенства. Вы будете блистать в этих серьгах. И я уверена, что абсолютно все ювелирные дома, дома моды и красоты, так или иначе, приходили к цветочной тематике. Вы прекрасно понимаете, что флористика, она всегда актуальна, естественно. И Булгари, и Диор, конечно же, и Даниэль Сваровски. Множество украшений вы найдете и в коллекции в новой Тиффани. Естественно, цветочная тематика там преобладает.